Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть проблема. Я каждый день думаю о неоднозначных способах избавления себя от жизни. Например, о нелегальной сдаче себя на органы или быть изнасилованной, выпотрошенной маньяком жертвой. Во время семейных конфликтов провоцирую своих родителей, чтобы пару дней меня сильно избили или сделали все вышеупомянутые вещи. Также иногда я душу себя руками, затем много плачу, успокаиваю. В школе девятов не было, отношения в семье ужасные. В детстве периодически убегала из дома, и когда меня находили, силы возвращали домой, иногда даже синяки оставались. Вопрос задает аноним. Смотрите. В первую очередь вам самой нужно определить, вы вообще чего хотите. Ну, то есть, вы хотите что-то менять, вы хотите как-то с этим работать, потому что проблемы-то вы описали. Да, это здорово, что вы описали проблему, вы большая молодец, что об этом говорить. Вы большой молодец, правда. Я вам сейчас не льщу. Вот. Потому что вы на самом деле как бы сделали первый шаг и начали говорить об этом. Это здорово. Но чего вы хотите-то дальше? Непонятно. Потому что да, проблемы есть. Да, проблема есть, и да, проблему нужно решать, вот. Но готовы ли вы ее решать? Пока не я. Хотите ли вы что-то менять? Пока не я. Можно ли вам помочь в этом контексте? Да, можно. Вам можно помочь. Вот. В чем заключается суть проблем? На мой взгляд, она заключается в нескольких аспектах. Первый аспект заключается в том, что вы как будто бы себя наказываете. Как будто бы. Я повторюсь, это вот такой достаточно важный момент. Именно что как будто вы себя наказываете. Не просто вот так, да, именно как будто себя наказываете. Что, возможно, является как бы отражением отношений с родителями у вас. Или отношения между родителями, когда, например, вы говорите, что у вас в семье отношения ужасные, вот. Ну, соответственно, если отношения в семье ужасные, то, возможно, вы как раз продолжаете вот эту историю, да, ну, наказывание себя. Опять же, повторюсь, возможно. Я не знаю, как на самом деле. Потому что все, что у нас пока что есть, это вот ваши, ну, слова, ваше описание. Вот. Я бы не сказал, что этого прямо-таки много для, ну, получения информации. Вот. Вы себя наказываете, значит, с одной стороны, как мне кажется, а с другой стороны, что вы делаете? Вы пытаетесь таким образом, как мне кажется, обрести границы.
То есть вот вы описываете ситуацию, когда вас возвращали домой, вот, и у вас, прям по вашему описанию, были синяки, да, вот что-то, такое вот, такая форма, можно сказать, как бы отношение к вам. Вот. И вполне возможно, что вы вот привыкли к такой форме, что только такая форма проявления к вам какого-то отношения, может быть, даже проявления к вам внимания, она для вас имеет значение. Любая другая форма отношения к вам для вас, ну, не воспринимается вам она, скажем так, да, как бы. То есть вы воспринимаете эту вот, ну, другую форму как что-то не на, что-то, ну, может быть, не совсем ненормальное, что-то аномальное или что-то недостаточно. А самое главное, что границ как бы по-прежнему вы не ощущаете в таком ключе и при таком, скажем так, подходе. Вот у себя и наказываете, пытаясь, с одной стороны, пролонгировать отношения своих родителей к вам. Да, то есть, ну, где-то вот в глубине души полагаю, что вы виноваты в том вот, что как бы, ну, с родителями происходит. Вот. Это вы виноваты. А с другой стороны, таким образом пытается найти опору. Вот. Пытается найти опору именно вот, ну, опору в жизни. Потому что как-то вот по-другому опору найти не получается. Нет способов других найти опору. И на данный момент это так. На данный момент это вот как раз та реальность, в которой вы живете. Вот. Это может быть хорошо, это может быть плохо, но это та реальность, в которой вы находитесь. И ничего как бы с этим, да, на данный момент поделать нельзя. Можно ли это подкорректировать? Да, можно. Можно это изменить. Это все можно сделать. Вот. Но для этого нужна психотерапия. Вот. Работа с вами, с вашей семейной системой. С границами вашими. С самооценкой, потому что вы себя наказываете, значит, самооценка у вас там, скорее всего, очень низкая. Вот. И так далее. То есть это определенная работа с вами. Вот. И вот как бы ответьте себе на вопрос. Ну, по крайней мере, постарайтесь ответить себе на вопрос. Вы хотите работать над собой или нет? Безумно жаль, что вы оказались вот в такой ситуации. Безумно жаль, что вам приходится все это вот переживать. Безумно жаль.
Но так вышло, так получилось. И сейчас вам нужно с этим что-то делать. Вот. Да, например, за что вы себя наказываете? Ну и так далее. То есть я, ну, не хотел бы. Да, сейчас как-то вот. Так скажем, заострять на этом внимание. Потому что, ну, вполне вероятно, да, что вы к этому отнесетесь несколько так вот с недоверием. И это нормально. Вам вообще, наверное, людям сложно доверять. Вообще, наверное, людям не доверяют. Кроме ситуации, кроме случаев, когда к вам откровенно, ну, к вам откровенно вот так вот негативно относится. Когда вы, ну, когда вас откровенно вот так вот наказывают там, да, может быть, даже бьют. В этом вам спокойно, привычно. И вас можно понять. В этом смысле. Вас можно понять. Но вопрос, опять же, повторюсь, в том, хотите ли вы это менять. Понимаете, да? Я надеюсь. Вот, собственно, такая история, такая вот парадигма. Все можно исправить, все можно поменять, если вы этого хотите. Вот и все. Поэтому, если мысли о том, чтобы с собой, например, что-то сделать, как бы вами совсем не контролируется, да? То есть вы совсем не можете их контролировать, то вам нужно к врачу обратиться. Вот. Врачу, который немножечко ваше состояние облегчит чуть-чуть, хотя бы. Вот. И потом уже на психотерапию обращаться. Чтобы мы вам помогли. Ну, если вы решите, как бы, этим заниматься. Вот и все. В принципе. Никакого секрета здесь нет. И никаких тайн здесь нет. И никаких сверхсложных, как бы, задач здесь нет. Все упирается только вот в ваше сопротивление, все упирается только в ваше желание или нежелание работать над собой. С собой, если быть точным. Поэтому смотрите, смотрите, как, что, вот, хотите, не хотите, готовы, не готовы, вот, можете, не можете. И как-то вот уже исходя из своих возможностей, да, исходя из своего настроя сейчас, решайте, будете вы этим заниматься или нет. Вот. Помочь вам можно, помочь вам хочется, потому что чисто по-человечески вам очень много сочувствую. Но то, что вам хочется быть жертвой, говорит о чем? Нам, вот нам, как психологам, да, о чем это говорит? О том, что в первую очередь вы боитесь ответственности, о том, что во вторую очередь
что вам это чем-то выгодно. То есть вам выгодно быть вот в этом состоянии, да, в состоянии как бы, ну, жертвы. И это не обвинение, как вот может показаться, нет. Это не обвинение. Никто вас не обвиняет. Это просто демонстрация факта, что ответственности вы боитесь. Ну и не мудрено, ведь, вероятно, каждое ваше действие, каждый ваш поступок, каждое ваше решение, так сказать, обесценивалось. И себя вы не слышали. Да и опасно это, себя слышать. Вот. Себя послышишь, да, потом ругать будут. Внимание не проявляют. Только когда вот вы совершаете что-то такое, вот, а тогда вам внимание начинает как бы, ну, давать. Вот. А дети быстро учатся. Вот. И вы очень быстро увидели, как это все работает. Вот. Очень быстро вы научились из этого выгоду извлекать. Вот. Только выгоду-то извлекать вы научились, а вот управлять этим нет. И получилось что-то вроде, знаете, такой слепой выгоды. Ну, ничего хорошего, к сожалению, в этом для вас нет. Вот, поэтому будете ли вы работать над собой, будете ли вы заниматься психотерапией или нет, решать, конечно, вам. Вот. Ваше состояние является как бы таким, ну, проявлением аутоагрессии, да, то есть как бы, ну, к себе вот вы проявляете в данном случае агрессию, продвигая, вот, что называется, позицию, отношения своих родителей, вот. Корректируется. Вот. Так что, смотрите, решайте, выбирайте. Вам жить, вы можете жить гораздо лучше, вот, чем живете сейчас. Вы можете жить гораздо интереснее, чем живете сейчас. Все это реально. Вопрос только в том, готовы ли вы как-то рискнуть и пойти туда. Вот в чем суть. Вопрос в данном случае. Готовы ли вы заняться собой? А чего вообще вот вам как бы ваши родители там хотели для вас. Что вообще им вот, что для них вообще было важно? Ну вот я имею в виду, да, для родителей наших. Что им было нужно?
как бы. Вот. Понимаете? Попробуйте на этот вопрос ответить. Себе хотя бы. Вот. И после этого будет вам немножечко понятнее. А чего вы хотите? Ну вообще. Что вам нужно? Ну вообще. В чем вы нуждаетесь? Вот. А как бы вот. Когда, грубо говоря, у вас вот такие мысли приходят в голову, ну вам, когда? Когда вы их вот как бы начинаете об этом думать? В какой момент вы начинаете об этом думать? То есть это вот очень важный аспект. В какой именно момент, какие именно ваши переживания? К вам приходят такие мысли. Это важно, чтобы вы сами для себя вот начали понимать эти вещи. Чтобы вы сами для себя начали видеть эти вещи. Вот. И тогда ситуация может измениться. Повторюсь, вы молодец, что начали об этом говорить. Вот. Вы молодец, что начали как бы вот с этим разбираться. Вы молодец. Но это только первый шаг. Вот. Первый шаг к тому, чтобы вот, начать получать удовольствие от жизни. И отпустить уже, ну, отпустите же, наконец, своих родителей, у которых, как бы, свои проблемы, которые просто за счет вас там пытались хоть как-то выжить, хоть как-то там компенсировать вот эту вот свою историю на вроде там дефицитов чего-то и так далее. Ну, вот так в данном случае получилось. Никуда от этого тоже не идет. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью.